Всем привет, с вами Никич. И уже прошла ночь, уже добавилось очень много пасхалок, много кого нашли с момента, как появилась версия 3.4.0. Ну что ж, а мы перейдем к пасхалкам. Погнали! Ну а первая пасхалка у нас находится на карте Force, на вот этой вентиляции. Мы взбираемся немного. Так. Достаем камеру и смотрим. Вот тут черные крылья. Вот именно вот здесь. Это первая пасхалка. Переходим ко второй. Ну, а вторая пасхалка находится возле теплицы у этого дерева. Мы заходим в портал. И мы видим синие крылья. Это вторая пасхалка. Переходим к третьей пасхалке. Третья пасхалка находится в одном из домов, который находится в самом углу. Это вот эта машинка небольшая. Мы ее, конечно, подбираем, и у нас появляется меню в машинках. Ладно, переходим к четвертой пасхалке. Ну, а четвертая пасхалка находится на вот этом острове на карте Таун 4. Мы едем к этому островку. Сюда я буду тоже выкладывать видео по Чикингану. Да, я уже не буду. Там на пару месяцев там живешь. Так, вот где-то на этом острове. Да, и вот эта машинка. Вот эта желтенькая машинка. Мы ее подбираем, и она тоже появляется у нас две машины. Переходим к пятой пасхалке. Пятая пасхалка находится у нас BS01 Pool на вот этом ангаре. И тут можно посмотреть одного из ящиков фиолетовые крылья. Переходим к следующей пасхалке. Пасхалка находится в Big House. Вот тут находятся две дыры. Надо стать маленьким и поставить порталы. Заходим. И тут у нас маленькие коричневые крылья. Следующие пасхалки. Ну а следующая пасхалка находится на карте Dust. На этом самолете тут есть красные крылья. Их тут можно забрать, и они тоже тебе появятся. Следующая пасхалка находится на карте Town 3F. Это у меня даже эта пасхалка немножко спугнула. Вот видите, какой-то чикен красный. А если я хочу винтовку приблизить, его там нет. Честно, странно. Какая-то аномалия непонятная. Если я хочу пострелять, ничего. Ладно, давайте перейдем к другому. Ну что ж, это все были пасхалки на этой новой версии. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, очень был бы хороший ролик про пасхалки. И что ж, всем пока-пока!